Для того, чтобы избежать или создавать как можно меньше проблем жителям, абонентская служба, абонентская и диспетчерская – это разные службы. То есть диспетчерская – это если есть какие-то невывозы, либо желание изменить график, там, либо что-то, в принципе, изменить непосредственно в работе. По абонентской службе – это вопросы по начислениям, это вопросы по лицевым счетам и прочее. Абонентская служба осталась ровно на том же месте. По большому счету вопросы в основной своей массе были обывательские. А как теперь будет? Сейчас мы провели работу там, где эти офисы действительно нужны, в тех районах, где они востребованы, там, где это пользуется спросом, там они будут. За весь период существования прошлого регионального оператора, ну, наверное, как минимум один раз в год у нас возникали кризисные ситуации то в одном, то в другом, то в третьем районе. Мы внимательно смотрели, мы внимательно следили, делали анализ, разбор. В том числе повышали свою эффективность. Целенаправленно САХ 4 года обновлял весь парк. Сейчас, на сегодняшний день, у нас полностью весь парк обновлен. То есть о чем мы говорим? Мы учились на ошибках старого регионального оператора. Постараемся их в своей деятельности не допустить.